Так, ребята, вот это, смотрите, наш номер. Боже, Серёж, что ты в трусах? А в чём? А вот у нас уже атакуют. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, смотри, смотри. Да. Ничего не, я сейчас орех отдам. Это разлечится еще так. Вот, смотри, с детенышем. Детенышем дай вот. Не-не-не, мы так не договаривались. Давай, на улицу. Выходи, Сереж, выгоняй. Да ты шо? Быстро. Выходи, выходи. Сережа, она не уйдет. Блядь, Снежка. А ты что думал? Ты с кем дело имеешь? С умными животными. Так, не-не-не, все. Хватит. Закрывай двери. Закрывай. Вторую. Я снимаю, я не вижу. У меня не работает телефон. Открой двери, выгоняй ее. Да. Так, давай, давай сюда. Не-не-не-не-не. Сережа, ну елки, я боюсь. Все, выходи, быстро. Быстро надо туда. Охренеть. Вот такие. Не охренели, пакет орехов забрали. Слышишь? Еще пакет так запечатанный. Тебе говорили, предупреждали. Без запаха, без ничего. Оштрафуют. Так, все, пока. Да что, пока я. Да, вот же, конечно, детеныш. А это ничего не досталось, бедненько. Она ж вдвоем с детенышем. Пакет орехов правильно.